Ирина Лукьянова – известный в Самаре журналист, член Союза журналистов России, лауреат премии «Золотое перо губернии». Но в этот раз она представила гостям не свои публицистические работы, а стихи и картины. Рассказывает, что полюбила живопись еще в детстве. Но, проучившись полгода в художественной школе, оставила занятия. Возобновила их только в 2018 году в студии члена Союза художников России Сергея Беляева. В доме журналиста Ирина Лукьянова презентовала авторский проект «Графомания». Самарской публике представили живописные работы, созданные в последние 6 лет. Пошла учиться, потому что я прекрасно понимаю, что любое занятие, которым ты хочешь заниматься, ты должен делать не потому, что ты решил, что ты такой талантливый, а потому что ты понимаешь, что ты делаешь и как лучше работать с выразительными средствами. Вот, собственно, поэтому я и учусь, и да, я абсолютно начинающий, в общем-то, еще находящийся в периоде ученичества человек, который с счастьем занимается живописью. На полотнах можно увидеть пейзажи, натюрморты, портрет мужа, архитектуру. И вот эта доброта, свет внутренний, умение общаться с людьми, умение видеть собеседника, умение видеть жизнь в лучших, в позитивных проявлениях. Все это отражено в картинах. У Лукаирия кот ученый. Перелиставший календарь, ходить направо обреченный, споет про то, как было в старе, про ту упрямую синицу, что расширяет все границы. Еще одна часть авторского проекта – презентация сборника стихов Ирины Лукьяновой «Всем спасибо» или «У любви много прекрасных лиц». Стихотворные и прозаические тексты журналистка писала всю жизнь, но чаще всего в стол. В этом году впервые опубликовала первый сборник. Я за всю жизнь написала вот такую тоненькую книжечку, которую решила в этом году издать. Здесь проза, стихи, всего 60 страничек. Букв немного, поэтому я надеюсь, что, по крайней мере, чтение это не утомит. В книге собраны не журналистские тексты Ирины Лукьяновой, написанные за 40 лет. Сегодня она открылась на этой выставке, на этом вернисаже, для меня совершенно неожиданной стороны. Многие из них мне нравятся. Они написаны с душой, они написаны с пониманием того, что человек хочет сказать своей живописью. Посетить выставку смогут все желающие. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.